В анапской поликлинике выписывается порядка 70 тысяч больничных в год. Все данные в бланке заполняются вручную. Небольшая помарка и документ приходится полностью переделывать. В электронном же варианте можно исправить любой недочет. Текст воспринимается легче. Плюс такой больничный невозможно потерять или подделать. Вся информация хранится в электронной базе данных. Упрощается вот эта цепочка: пациент, врач, работодатель, ФСС. То есть это сокращается как минимум на одно звено. Уменьшается, во-первых, количество ошибок при заполнении, человеческий фактор. Ну и, в общем-то, я считаю, что это позитивно и современно. За этим будущее. А в дальнейшем, наверное, как мы ко всему привыкаем, всему учимся, это все будет более эффективно. На приеме пациенту выдается личный номер. С его помощью работодатель узнает о сроках больничного в режиме онлайн. Электронный формат сокращает документооборот, экономит время как пациента, так и врача, а работодателя избавляет от хранения кип-бумаг в архивах. Однако пока можно оформить и бумажный лист нетрудоспособности. Пациент сам выбирает формат своего больничного. Стараемся переходить на цифру, поэтому вот это куча писанины, тогда, надеюсь, мы от этого отойдем. И врач будет больше заниматься больным, а не писаниной. Надеемся только на это. Но на сегодняшний день пока мы дублируем и то, и другое. Пока к новому формату документооборота врачи только привыкают, а пациенты еще неохотно пользуются услугой. Однако специалисты считают, что по мере практики с явными преимуществами электронный больничный совсем вытеснит свой бумажный аналог. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.